Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Capital. Капитал в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как мы понимаем, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование ICO Capital с сайта компании. Сразу мы видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация – для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Ну и забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте, а также white paper, мы понимаем, что история проекта началась относительно недавно, но однако разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Также мы можем видеть на главной страничке этап продажи токенов. Мы видим, что частные продажи и предварительные продажи уже окончены. Сейчас этап главных продаж, которые заканчиваются уже скоро, через 11 дней. Также на сайте есть онлайн-поддержка. Нам предлагают ознакомиться с издательствами, которые также освещают данный проект. Капитал – это первое децентрализированное решение для частной связи. Концепцией данного проекта является то, что конфиденциальность она должна быть в руках пользователя. Предоставляется пользователям решение все в одном. Преимуществами Capital является кроссплатформенная разработка. Это модульный дизайн, не создает проблем с масштабированностью, что открывает путь к разработке многоплатформенных приложений. Также это защита личной информации. Коммуникация основана на технологии блокчейн, защищает вашу реальную идентификацию, используя несколько случайных узлов. Также нам предлагается связь в режиме реального времени. Данные зашифрованы, размещены на небольших разных частях, распределенных по узлам, которые передают их по сети, связаны и дешифруются в пункте назначения. Также есть умная платежная система. Узлы имеют свободу выбора. Операторы могут устанавливать свою цену в соответствии с их аппаратным вкладом. На сайте есть промо-ролик, можно ознакомиться. Далее идет раздел Roadmap. Мы видим здесь четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом, и команда каждую ступень отрабатывает четко в срок. Нам предлагают подписаться на рассылку, чтобы получать последние обновления. Далее идет распространение токена. Токены будут заменены на другую блок-цепочку после того, как основная сеть будет готова. И мы видим два токена. Это Capital Call и Capital Gas. Capital Call он будет принадлежать операторам узлов для установления частных маршрутов между пользователями, и Capital Gas будет принадлежать операторам узлов для частной передачи данных между пользователями. Ниже мы можем видеть распределение токена и также распределение средств. Что касается распределение токена, то можно увидеть, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. А что касается распределения средств, мы видим, большая часть пойдет на оборудование, маркетинг, ну и также на консультантов и юридические аспекты. Мы подошли к разделу
команда проекта. Здесь можно отметить, что команда хорошая, внушает спокойствие. Над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. Многолетний опыт команды в разработке высококлассных интеллектуальных систем делает проект «Капитал» достижимой задачей. Также мы можем видеть партнеров, будущих партнеров. Также на сайте вы можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и увидеть на них ответ. Проанализировав информацию и факты, мы можем видеть, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее количество участников. На этом обзор нового ICO проекта «Капитал» закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!